и благословения судьбы. Дорогие братья и сестры, пастырь распятся и Адам воскресил. Эту субботу субботствует, отдыхает всем превосходит. Единородный Сын Божий, смотри на нежно смотри. Упокоился. Истрадавшись, измучившись и купив живот вечный, верующим в Него и смерти. И вот мы стоим над Его гробом, Он лежит бездыханный, недвижимый, ураненный, окровавленный, помазанный, благоухание любящих Его. Мертвец. Тело Господне достигло гроба, душа его сошла в ад. И предстоит перед нами все мироздание, начало мира. До незаходимого дня Его вечного царства. Воскресение мертвых проповедуется. Илия воскресил, и Елисей воскресил во образ его тридневного. Иона в чреве кита. Авраам, принесший Исаака в жертву, отстоящий на 3 дня пути, верующий, что из мертвых может воскресить. Поэтому и говорит, сидите здесь, да не же аз помолюсь, соотрочище, и вернусь. Наконец, сам Христос встречает Божию Матерь, о чем мы слышим только в литургии Великой Субботы. Ястись и занозе Его, никто другой не мог яться за ноги Господа, кроме Пречистой Богородицы. Если Он говорит всем другим, не прикасайся мне, не убов задох к Отцу моему. Здесь взястись и занозе Его. Это Евангелие больше никогда не читается, только отпущенец. Спит жизнь и ад трепещет. Мы радуемся. Но эта радость, она ничего общего с земной не имеет, конечно. Это уже сверхъестественная, небесная радость. Победа от нашей собственной смерти в будущем, которая только маячит у нас впереди. И мы уже имеем благодать и дерзновение радоваться победе над нашей будущей неизбежной смертью в нашем физическом теле. Господь воскрес, и мы воскрес. И не важно, что это будет не скоро или скоро, это Бог знает. Важно, что это будет. И сейчас время отступает. Вот в эту Великую Субботу отступает время. И мы хотим прибыть в Господь. Нам не хватает времени здесь на земле, чтобы уяснить некоторые вещи. Суета мешает.
Глупость мешает собственно. Но ничего. Господь беспредельно, безмерно, неизреченно милостив. Даде себе измену смерти, в ней же держиме бегом, продана под грехом, и сошед крестом во ад, да разрешит собою все. Преблагословенной субботы вас, дорогие братья и сестры, аминь.